Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интересные покупочки с маркетплейсов. Итак, поехали. Покупочка Валберес, это очень крутые леггинсы, девчонки. Прям вот берите на заметку, сейчас они 300 с чем-то рублей стоят. Я заказала тут же еще вторые. Покупала Ксюшке на физру ходить, заниматься. Ну и так возле дома бегать тоже пригодятся. Черные леггинсы покупала 6 пар различного качества. И хлопок, и спандекс, нейлон, разные. Вообще вот 6 разных абсолютно леггинсов. И вот эти только сели идеально, так как надо. Утянули все. Смотрится шикарно просто. Минус 10 килограмм, честно. Леггинсы женские, черные. Эмочка у нас, вот она. Я вторые такие же взяла, говорю, Ксюш, пусть лежат до весны. Хлопок. Сколько? 95, эластан 5. Они потрясающие, сейчас покажу. Ткань, собственно говоря, в рубчик. Я вообще в рубчик не рассматривала. Я взяла одни, так думаю, ну ладно. Но оказалось, что нет. Они просто классные. Смотрите, вот этот широкий пояс, он прям очень хорошо утягивает животик. Ничего нигде не выпирает. Все прям отлично, суперски классно. Вот тут М. Этикеточка, вся информация. Ой, куда-то уползли. Хотя там М не было, там были размеры. 44 я ей беру обычно. Так, вот. Вот так вот они выглядят. Очень хорошенькие, очень классные. Внизу сделано вот так. Прям по фигуре садятся изумительно. Вот когда смотришь, не то. Они такие плотненькие. То есть прям вот, ну, на погоду, которая сейчас, нормально. На морозы, конечно, нет. Будем что-то брать такое с мехом. А сейчас вот прям хорошо. Очень хорошо сидят. Вот просто замечательно. Вот так, когда на них на все леггинсы смотришь, сказать невозможно. Вот когда она все одела, померила, прям разница ощущается. Такие достаточно плотненькие, добротные. Хлопок там уже 95. Супер. Покупочки Wildberries, и здесь у нас, девчонки, новогодние наклейки. Начинаем потихоньку готовиться к Новому году, пока цены адекватные, пока выбор большой. Итак, поехали. Мы взяли две вот таких упаковочек наклейки. Это наклейки необычные, смотрите обязательно до конца. В чем их фишка? Во-первых, они на листах А4, и их здесь много. Вот этот набор у нас здесь... Сейчас я вам сфокусирую информацию. 244 элемента. А вот в этом наборе наклеек вообще много не бывает, потому что дети, когда... Их должно быть очень много. Так, и здесь у нас 169, по-моему, элементов. Сейчас я вам потом посмотрю в карточке товара и скажу поточнее. Очень красиво. Смотрите, здесь представлено, какие у нас листы, какие у нас наклейки. Очень яркие, красивые, красочные, милые. Я думаю, эти больше всего понравятся лист. А эти больше всего понравятся мне, потому что я люблю такой минимализм. Это чисто беленькие. Сейчас будем все с вами открывать и смотреть. Кстати, еще одно главное преимущество, на которое я обращала внимание при выборе наклеек, это то, что у них нет клеевой основы. Можно клеить на воду. То есть окна потом чистить не придется. Я думаю, каждая хозяйка этот момент тоже оценит. Что обращала внимание, девчонки, они двусторонние. То есть, вот, допустим, мне приятно, когда я иду по улице и вижу свои окна, чтобы я видела не какую-то там непонятную конструкцию на окне, непонятные наклейки, чтобы я видела все то же самое, что я и вижу и дома на окнах. То есть они двухсторонние, они с обратной стороны такие же яркие, как и с этой. Это важный момент. В листах вообще гораздо удобнее, чем в рулоне. И при транспортировке ничего не помялось. И взял один лист и клей, пожалуйста. Одной упаковки хватит намного. Здесь у нас надписи, которые будут играть при свете гирлянд. Мы всегда на окна вешаем гирлянды тоже, смотрите. Переливается Merry Christmas. Вот такой листик, елочка. Очень актуально. Вот такая красивая белая елочка. Мы в прошлом году украшали окна с помощью искусственного снега. Кто смотрит меня в Дзен, тот видел, да? И вот как раз вот эти белые наклейки, они очень актуальны. Еще я планирую ими украсить зеркало шкафу-купе в прихожей. Будет очень красиво, мне кажется. Елочка, снежинки. Дальше у нас с вами вот такой красивый город. Тоже снежинки. Их очень много здесь. То есть хватит не то, что и не на одно окно, хватит и не на один год, я вам так скажу. Вот такая у нас с вами красота. То есть делаем, здесь уже можно, смотрите, окна, вот как я люблю разлиновать, да, в том году делала не с помощью искусственного снега, а как раз-таки с помощью вот этих наклеек. Потрясающе. Вот такие вот шарики. Ну, очень красивые. Так, фокус, не покидай нас. Много-много оленей у нас тут с вами. Полосочки тоже. Вот упряжка. Здорово. И олени сами. Много снежинок, очень много. Я думаю, они у нас разойдутся, конечно же, дети. Они любят наклеить такое всегда и везде. Новый год вообще детский праздник. Еще один город у нас тут с вами. Еще один набор снежинок. Так, и следующая упаковка. Вот такая красота.
Такие яркие. А снежиночки тоже белые здесь, видите, в комплекте. Такие яркие, очень понравятся деткам. На окошке в детскую они пойдут обязательно. Пингвинчик. Дед Мороз и снежиночек. Много-много. Смотрите, как хорошо использован лист. То есть везде-везде-везде, везде наклейки. Нет пустого места. Здорово. Вот такой вот мишка, подарочки, пингвинчик, елочка тоже. Олень, Дед Мороз, снеговик, носочек, печенька, еще одна елочка, еще одна упряжка. И тоже много-много везде снежиночек. И вот такой снеговичок. Тоже снежинки. И олень, надпись. Класс. Действительно, девчонки, самые лучшие наклейки, наверное, которые я когда-либо покупала. А сейчас мы с вами попробуем. Вам еще рассказать один момент. Они многоразовые, девчонки. То есть подложки мы с вами не выкидываем. Мы их оставляем. И после того, как праздник закончился, да, зима даже, наверное, скорее закончилась, мы такое осенью только снимаем с окон, потому что, ну, очень красиво. Мы обратно все эти элементы приклеиваем на подложку. Не боясь, можно клеить на стеклянные поверхности, на пластиковую мебель, на зеркала, на окна, там, на шкафы. Очень увлекательные. Дети сразу подорвались. Мы налили в кружечку водички, выбрали рисунки, которые они хотят, и сейчас будем пробовать на кухонном окошке. Уже не дождется очереди своей. Вот смотрите, про что я говорила. Покажу еще в темноте, будет лучше видно. Мы расчертили как раз полосочками окошко. Это очень здорово смотрится, очень красиво. Вечером будет виднее. И как, собственно говоря, они у нас с вами клеятся. Вот я беру снежинку, я пальчик макаю вот так в водичку, просто чуть-чуть промазываю. На, ты хочешь приклеить? Давай, давай. Куда? И приклеиваем. Все. Когда она высыхает, у нас полоски уже высохли. Когда она высыхает, так, сейчас как-нибудь, чтобы вы ее видели, сфокусируемся на ней. Когда она высыхает, она намертво сидит на своем месте. Не хочет фокус снимать снежинку. Ну ты посмотри. Фокус. Вот, она на своем месте. Все, сейчас я другую еще покажу. Так, что же мы с вами сюда еще приклеим? Так вот, смотрите, про что я говорю. Вот мы клеим. Можно потом просто тряпочкой промокнуть, вот тут вот протереть, да, она высыхает, и с легкостью можно снять, поддеть и снять. То есть нет абсолютно никакой клеевой основы, снежинка с двух сторон одинаковая, красивая, и никаких проблем отлепить ее потом от окна нет. Никаких. И вот он у нас снеговик, он сейчас будет выглядывать. Смотрите, он тоже одинаково яркий. Сейчас, подожди, Кристюш, с двух сторон, да, очень яркий. Мы его сейчас прилепим вот сюда в уголок. И все отлично прилепляется и без воды. Водой я уже смазываю для верности. Так, давай, Кристюш. Красота? Красота. Это без воды. Вот мы елочку уже без воды приклеили. Тебе. Ты хочешь к нему наклеить? Вот, просто все элементарно. Нужно нам снять, переклеить все. Видите, поверхность остается, окна абсолютно чистые. И вот такая красота у нас получилась. Я обязательно покажу вам еще вечером. Здесь девчонки ваяли, прям весело, здорово, нарядно. Елочка у нас тут. Снежинки все разные, но очень красивые. Все-все-все разные. И снежков очень много. И много вот таких красивых звездочек маленьких. Мэри Крисмас у нас там вверху. Летит Дед Мороз с оленями. Да, летит. И елочка. И второе окошко такое веселенькое. У нас Крис уже принесла сюда гномиков. И уже здесь играется, все поет новогодние песни. Кстати, вот эту сторону всю я клеила не на воду, а просто так. Они отлично, шикарно просто держатся. Все замечательно. Потратила целиком только одну подложку. Все остальные, тут еще много шар и так далее, много снежинок, еще просто куча. Тут на коттедж хватит трехэтажной, девчонки, упаковки. 100%. Куча еще вот этих веселеньких цветных, потом будем клеить тогда. И на балкон, и в зал на окно, и в детскую на окно. В общем, полет фантазии, составляй композиции, какие душе угодно. Все такое красивое, яркое, нарядное. Вот про что я говорила. Наклеечки с другой стороны такие же яркие и красочные. Окошко открыла. То есть с улицы тоже будет смотреться очень-очень здорово. Теперь вечером по достоинству можно оценить всю эту красоту. Вы только посмотрите. Вот я очень люблю окна делать именно вот так. Прям красиво. Здорово, нарядно, празднично. Thank you.
что нам наклеечки очень понравились. Могу смело рекомендовать к покупке. Ссылочку найдете в описании. Казон, ну как покупочка, даром взяла, девчонки. 110, что ли, рублей. Вот такой вот бластер большой с 20, ну как их, не патроны, как они называются, пульки. В общем, вот такие вот мягкие пульки с присосками на конце. Куда-то стреляться. Бывают такие глюки акции на маркетплейсах. Я когда о них узнаю, сразу девочкам в Телеграм кидаю. Кстати, висел он долго за эту цену и пока еще висит. Поэтому, если на момент выхода успеете за такую цену, то просто замечательно. А если нет, то подписывайтесь, конечно же, на Телеграм-канал. Там всегда все выходит в первую очередь. Сейчас откроем, посмотрим, что он огромный. У меня девчонка, он тяжелый. Ничего себе, он такой прям тяжелый. Но нажимается достаточно легко, но все-таки усилия надо приложить. И вот такие вот два комплекта пулек с присосками, с этими. Тут где присоски, я не знаю. Есть они тут вообще? Надо посмотреть. У меня девчонки иногда просят, несмотря на то, что девчонки, вот такие вот штуки. Потому что на улице гуляют с ребятами. Слушайте, нет, это, наверное, не присоски, или они открываются? Я не пойму, или они выворачиваются. В общем, надо этот вопрос изучить, или они просто такие. Ну, да, пусть и даже такие. Вот они иногда просят у меня пистолеты тоже, чтобы играть с ребятами, им нравится. Поэтому такая ерунда мощная. Обалдеть. Купочка Озон, это масло, девчонки. Очень интересно было попробовать масло за 79 рублей. Вот сейчас как раз на нем готовлю и все расскажу. Оно пришло запечатанное. И что самое интересное, в карточке товара этикетки нет. То есть просто бутылка с маслом. Здесь 900 грамм. Но, как мы знаем, сейчас все масла подсолнечные, оливковые, там я вообще молчу, литра нигде нет. Это редко можно найти. Везде в основном даже 870-830. Здесь 900 грамм и стоило оно 79 рублей. Но у масла оценка 4,9 и несколько десятков тысяч отзывов. Поэтому, конечно, взяла. Приготовила зажарку для супа на этом масле. Приготовила мяско, поджарила. И буду брать сейчас еще 3. Оно пока по 79. Это очень круто. Штуки 3 возьму в запас однозначно. Потому что, ну вот сейчас даже за 150 рублей масло возьмешь, начинает стрелять. Вот стреляет, то есть видно, что добавили воду. Или горит на нем что-то прям сразу, хотя как бы огонь медленный и так далее. Ну, то есть масло хорошее вообще не найдешь. Мне понравилось, девчонки, слушайте, мне очень понравилось. Не стреляет, ничего не горит, не пригорает. Все отлично, все замечательно. Поэтому еще 3 бутылочки в запас беру однозначно. Не зря такие хорошие отзывы. У нее часто бывают скидки на Озон. И в последнее время особенно. Вот 100 с небольшим что ли рублей, где-то так, не помню. Эта маска очищающая, она такая полуглиняная. Но в корку не застывает. Здесь спирулина и разный детокс-комплекс плюс кислоты. Очень хорошая масочка. Прям вообще личико преображает, очищает здорово. Поэтому очень рекомендую. Мне понравилось. Они изначально стоили как-то прям подороже, по 500-600 рублей. А сейчас за сотню, ну вообще шикарно. Покупочка Яндекс.Маркет, и это у меня сиденье из гречневой лузги. Почему взяла на Яндекс.Маркете, а не в Фаберлик? А все почему? Потому что, во-первых, Фаберлик в 3 раза дороже, во-вторых, ну мне черное вообще ни к чему. Я выбирала между вот таким зеленым, чтобы девочкам по детску подходило, либо вот таким вот светлым серым. Вот сколько есть разных расцветок. А еще, скорее всего, буду такое второе заказывать в машину мужу. А если он сейчас придет, посмотрит, вот это потрогает, оценит, удобно ему будет, неудобно, потому что вещь классная. 300 рублей, девчонки, 306, по-моему. Там какие-то оттенки 316, какие-то 306. Так, гречневая лузга, как бы что тут? Хлопок, полиэстер, гречневая лузга. Все отлично. Вот тут, правда, гречка везде валяется. А сейчас достану, покажу, куда она тут выпала. Вроде все застегнуто, все хорошо, ниоткуда не сыпется. Ткань такая, вы знаете, приятненькая. Вот тут вот прошито все. Так, этикетка по уходу, рекомендации. Тяжелая такое достаточно по толщине. Вот какое, смотрите. То есть такое толстенькое, хорошо набитое. И вот у нас с вами получается молния. Я боюсь открывать. Сейчас как посыпется. Вот она, открываешь, и прям гречневая лузга тут внутри. Вот, отличненько как бы. Я взяла Ксюшке. Сидит, уроки долго сейчас делает. Должно быть все как-то полезно. В общем, вот сюда вот на ее стульчик. Красота, серенькая, хорошо. У нас ковер такой серенький. Все отличненько. Ну, черное вообще было бы не к месту, конечно. Купочка Яндекс.Маркет. И это у нас корм для кошака. Вот так вот он приходит. Сейчас попробую достану. Это дело происходит. Вот эта штука отламывается. В общем, это гурме. Самый бюджетный вариант на Яндекс.Маркете. Сейчас я взяла вот такой вот с индейкой томленой и горошком. С мужем смеемся. Я говорю, я тебя даже так не кормлю, как мы кормим кота. А, вот. Гурме я ему давно не покупала. Здесь 26 штук, по-моему.
26 штук, 700 с небольшим рублей. Сейчас многие гурме на Яндекс.Маркете по такой цене. Выходит 27-27 рублей где-то, да, пакетик. Это нормально, я считаю, для гурме. Вот поэтому взяли котику полакомиться. Пусть кушает индейку с горошком. Покупочки в Wildberries. Здесь у меня сумка мужская. Ну и девочки иногда сейчас такими ходят. И водолазочка. Все открываем. Сумка достаточно бюджетная. Взяла мужу так вот на прогулку, когда телефон положить, кошелек, ключи. А, ни больше, ни меньше. Так, вот у нас с вами тут состав. Вот здесь она как будто под кожу сделана кусочек. Отзывы очень хорошие были. Сзади кармашек есть. Достаточно вместительный. То есть телефон все влезет. Вот такая вот у нас с вами молния. В тач. И сейчас откроем. Ой, не могу, приколисты. Слушайте, тут деньга лежала. Представляете? Нет, ну вы представляете. Так, внутри никаких карманов отдельно нет. Все, она цельная. То есть у нас только два наружных. Спереди и сзади. И вот он ремешок, который к ней идет. Обычный такой текстильный. Вот они штучки, куда он крепится. Нормальная такая хорошая сумочка. Все отлично. Теперь водолазка. Я заказывала специально 10 штук большого размера. Вот это у меня даже 62-64. Так, короткое горло. Горло без подворота. Это была единственная модель с таким горлом. Смотрится очень классно. Сейчас на себе покажу. Заказывала в черном цвете в основном. Некоторые взяла там коричневый, сиреневый посмотреть. И все водолазки, которые заказывала, классные. Я ссылочки всегда девочкам оставляю в Телеграм на все водолазки с отзывами, то есть на все вещи. Проходите на Телеграм, подписывайтесь, там очень интересно бывает. Так, черный цвет всегда очень так бликует сильно. Почему брала такие большие размеры, девчонки? Потому что я люблю, когда водолазка сидит как джемпер. Вот именно как джемпер, то есть свободненько и хорошечно. Поэтому брала все 58+. Мне очень понравилось, как села именно вот эта модель. Мне очень понравилось вот это горло, то есть оно не подворачивается. Она реально смотрится как джемпер. То есть она мне прям свободно-свободно оверсайз. Вот такую посадку в водолазках я и люблю. Если любите, чтобы водолазки, вообще камера не хочет черный фокусировать, были в обтяг, то есть как водолазки их носить, то тогда, конечно, берите в размер. А так я брала несколько размеров, по-моему, даже каждой водолазки, потому что хотелось именно такую базовую вещь, которая хорошо бы села. Кашемир. Все водолазки брала кашемир. Все они очень приятные к телу, тактильно. Классные, здоровские. Сейчас померю, покажу. Ну и вот так она смотрится. Вот горлышко. То есть не подвернутая, ничего. И она совершенно свободная. Она совершенно свободная. То есть вот она сидит, можно даже вот так немножечко присборить, как джемпер. Нигде не обтягивает. Все здорово, рукавчик, все здорово. Но она, конечно, маломерит. На 62-64 она не тянет. Но она свободная. Меньше размер, соответственно, все будет в облипку. Я так водолазки носить не люблю. Даже если это водолазка, я люблю, вот чтобы вот так вот было красиво, симпатюшно. Вот таким вот образом мне нравится. В общем, качество классное, очень мягенькое, хорошенькое, и подворачивать ничего не нужно. Но в то же время, видите, горлышко прикрыто. И в первый мир, и в добрые люди можно как-то еще украшение какое-то добавить, да. И такой вот симпатюшный наряд получается. Ну, на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Все ссылочки, как всегда, в описании и в инфобоксе. Всех люблю, целую, всем пока-пока.